нашло мужа моего, возвращай! Руки убрала! У нас семья, между прочим! Да что ты говоришь? Милые дамы, вернитесь на место, пожалуйста. Ваша честь, я осознала все. Ну, Миша, вернись! Вернись, у нас же дочь! Бессовестно ты, Миша. Ксения Андреевна, скажите, пожалуйста, а у вас действительно соглашение было всего на 6 месяцев? Ваша честь, соглашение было на 6 месяцев, но решение Миши... Ну, 6 месяцев-то прошло? Прошло. Но почему не вернули? А почему я должна возвращать? Это его решение. Нет, надо сначала вернуть, расписаться, акт приемки передачи составить. После того, когда эта сторона убедится в том, что нету ни порчи, нет оборудования возвращено в рабочем состоянии, после этого только будет его самостоятельное решение. А так получилось, что вы удерживаете сейчас предмет аренды. Ну, я не удерживаю. Прошло мужа моего,